Привет, друзья, меня зовут Саша Жучкин. Знаете, сегодня будет прям настоящий, искренний и добрый ролик из серии шоу «Жизнь на прокачку». Я знаю, что вам понравился Саша, это Яндекс.Доставщик, с которым я проработал 24 часа в Яндекс.Еде, и у меня родилась идея помочь ему и исполнить его мечту еще раз. Я знаю, что у него есть маленький брат, которому 8 лет, и он давно мечтает о электросамокате. Я знаю, что Саша, к сожалению, со своей семьей не может позволить купить его, поэтому сегодня я исполню еще одну заветную мечту хорошего человека. Поэтому, друзья, обязательно ставьте лайк, напишите в комментариях то, о чем вы мечтаете. И, ну, знаете, я на самом деле еще подумал, что может быть мне разыграть что-то в следующем выпуске, поэтому если вам нравится эта идея, давайте насыпем лайков, и в следующем выпуске я обязательно для вас что-то разыграю. Сейчас я поеду уже к Саньку. Насколько ты стал больше получать денег, вот когда у тебя появился велосипед? В два раза больше. За то же время ты начал получать 2000, да, только с великом уже? Ну, приблизительно. Тебя узнают другие Яндекс.Доставщики после выпуска? Ага. Что говорят? Что можешь меня туда тоже позвать, я тоже хочу в этом поучаствовать. В съемках? Угу. Какая реакция была у мамы, когда она увидела тебя с велосипедом? Она сначала подумала, что я его украл. Короче, она сначала не поверила. Ну, что она сказала вообще? Удача мне улыбнулась. По факту и заслужил, возможно, отчасти. Расскажи, что для тебя значит мама в жизни? Мама для меня значит слишком много, но мы же не идеальны, поэтому мы это не всегда умеем показывать. Поэтому, к сожалению, мы иногда умудряемся друг друга расстраивать, хотя и не специально, не с плохими помыслами. Санек, ты рассказывал, что у тебя есть младший брат, и у него есть какая-то мечта. Можешь чуть подробнее рассказать? Его зовут Матвей, и обычно мы все его называем Моти, ну, по крайней мере, я. И ему недавно стукнуло 8 лет, и как оказалось, Моти всегда мечтал о самокате. У всех Мотиных друзей есть самокаты. А мы пока самокат приобрести не можем, потому что очень мало средств, к сожалению. И с момента, когда я пришел на работу, у меня были несколько целей хотя бы с чего-то начать. Поэтому постепенно я старался как-то исполнять Мотину мечту, но так и не получилось. Мне поступила информация о том, что ты вообще певец. Это правда? А кто рассказал? Можешь спеть что-нибудь? Солнце луч, лучистые небеса, так чисто освещая нам дорогу свысока. Так сойдет? Санек, еще в прошлый раз, когда ты мне сказал, что у твоего брата мечта электросамокат, я чуть-чуть подсуетился, договорился с одним очень крутым интернет-магазином. И сейчас я тебе покажу, что я купил. Готов? Короче, это электросамокат очень крутой фирмы Razer. Он очень легкий. Он может 1.5 часа без подзарядки работать. У него есть подножка. Я очень долго искал в интернете самый лучший самокат, так что пойдем дарить твоему братану. Расскажи немножко о себе, Моти. Чем ты занимаешься вообще? Что ты любишь? Мне нравится Ниндзяго, Майнкрафт, Брейды. А ты любишь своего брата? Только дружу. Молодец. Только дружишь, да? Я очень давно мечтал, он еще у меня снился, я с ним катался, зеленого, потому что зеленый как Рольд, с Ниндзяго.
Матвей, поскольку у тебя теперь самый крутой электроскутер в городе, я тебе сейчас расскажу, собственно, как на нем ездить. Смотри, тут есть зеленая кнопка. Зеленая кнопка – это газ. То есть ты отталкиваешься ногой, нажимаешь на эту зеленую кнопку и едешь. Вот это тормоз. Это ручка тормоза, передний тормоз. То есть ты разогнался, нажал, ты притормозил. Тут есть подножка. Вот. Да. Подножка – это на самом деле редкость вообще в электросамокатах, поэтому это очень удобная штука. Собственно, вот это все, что тебе нужно знать по этому самокату. В общем, пользуйся на здоровье. Все, можешь ехать кататься. Очень понравился. Он суперский. У меня снова сбылась мечта. Ладно, подписывайтесь лайк. Подписывайтесь на канал Александр Зусчкин. Друзья, я договорился с официальным магазином Razer, и они дарят 10% скидку всем моим подписчикам и зрителям по промокоду МЕЧТА. Ссылочку я оставлю в описании, переходите, вводите этот промокод и наслаждайтесь электро, а также просто обычными самокатами. Друзья, я сейчас прямо себе еще один закажу, может быть даже электробайк. Кто мечтает об электробайке, пишите в комментариях. Друзья, не устану вам повторять, пишите ваши мечты в комментариях, потому что, возможно, именно вашу мечту я исполню в следующем выпуске. Ну а также не забывайте, что у меня есть такие соцсети, как Инстаграм, ВК, переходите туда, потому что там много разной информации, которую, к сожалению, на Ютубе я не могу показывать. Ну а с вами был Александр Жучкин, всего вам доброго, до новых встреч, друзья, пока!